Да, вот так, ясно? Держи камеру, чтобы она не дергалась. Сэр, вы лучший. Деньги в кадр попали. Сэр, я прошу прощения, извините. Ты почему по сторонам не смотришь? Тебе это не поможет. Пожалуйста, успокойтесь. Давайте договоримся. Дай подумаю. Спасибо. Помогите, помогите. Не возражаешь? Нет, сэр, я с радостью займу ваше место. Алло? Да, конечно, я приду. Да-да. О, боже, прости. Нет, я... Привет! То есть, привет. Я могу тебе помочь? Ой, прости. Надеюсь, я не испортил твои документы, но если все-таки испортил, я готов загладить свою вину. Может, прогуляемся? Да. Отлично, я напишу тебе. Когда ты будешь готова? Секунду. Я уже готова. За тебя. Какая она красивая, а? У тебя тут немного... Тут? Так как у тебя дела? Что нового? Да, отлично. Спасибо. Привет. Будет сложно, но я постараюсь что-то сделать. Отлично. Идеально. О, вау. Да. Может, это? Что за... Упс. Ладно, мне все равно не нравится эта кофточка. Вот это должно подойти. Да. Вау. Мне нравится. Спасибо. Идеально. Спасибо вам. Вы спасли меня. Вот, возьмите еще. Это прекрасно. Милый, как я выгляжу? Ты очень красивая. Готова? Ну, это отправляется в мусор. Перезвони мне. Что за... Что это? Фу. Нет. Джейсон. Простите, мисс, пройдемте со мной. Нет, я ваша постоянная клиентка. Обожаю этот фильм. Смотри. Любимая, ты выйдешь за меня. Обожаю такие сцены. Ты такая романтичная. Нет, прости. Я люблю другого. Я так тебя люблю. Как она могла? Как же грустно. Не волнуйся. Стой, я все исправлю. Эй, парень, смотри. Что? Слушайте, сколько денег вы хотите, чтобы изменить конец фильма? Моей девушке он не понравился. Отличная идея. Хорошо, но деньги вперед. Держите. Эй, Эмили, кажется, это еще не конец фильма. Ага. Ты? Да, я хочу быть с тобой. Да. Обожаю счастливые концы. Ну, теперь ты счастлива? Тихо. Идем, фильм все равно закончился. Сюрприз! О, нет! О, нет, что же мне теперь делать? Почему ты грустишь? Это просто телефон. Я куплю тебе новый. Но это был новый телефон. Тебе не о чем переживать. Все в порядке. Дворецкий, сюда. К вашим услугам, сэр. Может, вот этот? Спасибо, друг. Держи, этот телефон даже лучше прежнего. Вау, какой классный, спасибо большое. Ты самый лучший. О, боже, кто это?
Что он с ней делает? А говорил, что любит меня, а теперь он с другой. Все будет хорошо, а? Ты слышал? Нет, может, это собака? Ладно, идем. Да. Эмили, смотри, что я принес. Я не понимаю. Горячо. Стой, прости, я все исправлю. Дворецкий, сделай с этим что-нибудь. Да, сэр. Что за... Да что с тобой? Это ты виноват! Нет! Ты обидел мою девушку! Теперь я должен защитить ее честь! Сэр, вы уверены? Да! Идем, у нас не так много времени! Ну что ж... Стой, стой! Подожди секундочку! Я тебе заплачу, если ты поддашься! Что скажешь? Понял! Отличный удар, сэр! Это дело техники! Вы с ума сошли? Исчезните оба! Эмили, стой! Но, милая, я не понимаю, почему ты злишься? Я не хочу с тобой разговаривать. Да что с ней такое? Женщины! У меня в горле пересохло, нужно попить! Милая, я знаю, чего ты хочешь. Отдай мне мои зубы, дурачок! Ох уж это молодежь! Что за... А он мне нравится. Обожаю этот цвет. Идеально. О, боже! Кто? Я? Ладно. Я так долго этого ждал. Что ты делаешь? Я же сушу ногти. Прости, я просто не подумал. Прости. Иногда я вообще не знаю, о чем ты думаешь. Ладно, я понял, я все делаю неправильно. Вот твое лицо. Так, пора проследить за ним. Все чисто. Вы в порядке, сэр? Да, да, все хорошо. Теперь посмотрим. Посмотрим, что он скажет на это. А теперь нужно наблюдать. Лети, самолетик. Что это? И что это значит? Открой меня. Я тебя люблю. Нужно спрятаться. Простите, босс, я на секунду. Да, конечно. Ну, привет. Где она? О, черт, как не повезло! О, пронесло. Что? У всех такие большие подарки, а у меня маленький. Может, никто не заметит? Прощай, Дэвид. Нужно изменить наклейку. Отлично. Привет! Ребята, давайте откроем подарки! Это от меня! Открывай! Ладно! Ну же, открывай! Интересно, что внутри? Что это? Наверное, я что-то перепутала! Вообще-то, это подарок от меня! Посмотрим! Ну да, перепутала! Прошу! Ладно! Спасибо, братец! Отличный подарок! Что все это значит? Он следил за мной? Но зачем? Что все это значит? Ты следил за мной? Только потому, что посчитал тебя идеальной моделью. Так ты фотограф? Да! Именно так!
Это так круто! Хочешь попозировать? Да. Идем! Алекс? Нет уж, что? Он мне не подойдет. Джейсон? Тоже не вариант. Мне не с кем пойти на выпускной. Что, совсем не с кем? Ну, конечно, богатенький Рик. Это мой шанс. Когда-нибудь. Вот так. Хоп. Что? Футболка стоит $1. Очень дешевая. Ношена старшей сестрой. Статус небогатая. Что? Значит, теперь мне нужно как-то стать богатой. Хорошая идея. Подвинься. Да, иди уже. Ты здесь только мешаешь. Что? Следующий. Каждый раз. Да. Официант. Воды. Ну, видок у них. Что если... Хоп. Вау. Упс. Все в порядке? Ага, все та же обувь. Что? О, извиняюсь. Все в порядке? Да, но это было на полу. Спасибо. Да, ты уволен. Кыш. За что? Упс. Я не могу даже к нему приблизиться. У меня есть идея. Ага, вот. Это наряд моей мамы. Она надевает его только на самые важные торжества. Круто! Вау, вау! Теперь я могу к нему подойти. Класс! Я тебя просто обожаю. Она меня обожает. Хей! Привет. Так, посмотрим. Химия, биология. А где же? Что? Ну давай же. Дейзи, ты готова к контрольной? Извините, одну минутку. О нет. Так-то. Ты наказана. Я так делаю, чтобы не писать тест. О, да, круто. Где мой персональный врач? Персональный врач? Неплохо. Деньги не проблема. Я так сильно ее люблю. Ты пойдешь со мной на выпускной? Вот, держи. Пожалуйста, передай Рику. Чувак, не делай этого! Но ты же верный друг! Уничтожь записку! Стоп! Нет, я так не могу! Передашь? Да, конечно. Рик, это тебе. Что? Ты пойдешь со мной на выпускной? Ты серьезно? С тобой? Нет, это от Кейси. От меня. Ну, что думаешь? Так, посмотрим. Неплохо. Вау, очень дорогие туфли. Окей, спасибо. Хорошо, Кейси, я пойду с тобой. Да. О, нет! Она должна узнать о моих чувствах. Эй, Кейси! Что? Давай помогу тебе с заданиями. Ну да. Надеюсь, это сработает. Вот! Спасибо. Эй, Кейси, помоги мне с тестом. Да, разумеется. Держи. О, нет. Ты мне нравишься. Кейси, это для тебя. О, вау! Как
мило, спасибо. О, привет. Ты любишь цветы? Да. Держи. Ух ты, какой чудесный букет. Ну вот, это мой дом. Вау, выглядит странно. И это тоже. Кстати, это я прыгаю с парашютом со своего самолета, загораю на своей яхте. А ты где была прошлым летом? Я... ну... Мистер Рик, это директор школы. Привет, Джонни. Я занят. Я занят. Это подойдет. Да. Нет, деньги не проблема. Окей. А я была на море. Вот селфи. Круто. Хочешь сделать селфи со мной? Да, конечно. Хочешь сделать селфи со мной? Эй, смотри, какое чудесное фото! Я думаю, оно просто шикарное! Ты готов порепетировать? Я хочу надеть эту корону на голову Рика! А вот твоя! Я мечтал об этом с первого класса! Постой! Я надеюсь, ты уже купила платье? Платье? Эй, окей, до скорого! Я заеду за тобой в 5! Мне нужны деньги. Пожалуйста. Лимонад. Эй! Хорошо работаешь. Так держать. Вот это тебе. Что? $2? Ну, как прошел твой первый день на работе? Всего 2 бакса. Мне никогда так не купить стильное платье. Жди меня здесь. Ага. Я с первого класса деньги копил. Закрой глаза. 998. А так ровно 1000. Круто! О, спасибо тебе! Ты настоящий друг. Только друг. Надо бы накраситься. Вот это. Ну давай же! Я до тебя доберусь! Еще вот это. Интересно, что скажет Рик? Как я выгляжу? Глазам своим не верю! Она богиня! Просто вау! Думаю, мне нужны аксессуары. Закрой глаза. А теперь открой. Вау! Это правда золото? Ну, не совсем. О, да. Идеально. Вау! А как насчет этого? Давай. Эй, посмотри. Гляди, что я нашел. Вот так. Вкус роскоши. Богатая жизнь. Я бы не справилась без тебя. Как мне тебя отблагодарить? Пойдешь со мной на выпускной? О, Джек, обожаю твои шутки. Вообще-то я никогда не шучу. Ну где же мой богатый кавалер? Его все еще нет. Но если ты не шутил, тогда идем вместе. Я готов. Извини, я искал, где припарковать лимузин. Я был так близок. Я рада объявить наших новых королей и королевы выпускного. Рика и Кейси. Спасибо, спасибо, друзья мои! Хватит, спасибо. Я его ненавижу! Спасибо большое! О, благодарю! Я так рад! Спасибо! У меня для вас песня!
the king of the world. It took me so long. Yeah, I found the key. Yeah, I found the key. I'm the cool guy you heard. Ты такой противный. Получай. Что же я наделала? Он был рядом все это время. Эй! Ты мой король. Потанцуем? Нет. Что? 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 Да я пошутил. Давай потанцуем, подруга. Только подруга? Ага. Класс. Удачи с экзаменом. Кейси. Я не в настроении. Даешь вечеринку? Зажигаем! Дети! Экзамен отменяется! Это папа Кейси? Кейси! Пап? Ты сдашь экзамен в другой школе! Добро пожаловать в твой новый дом! Надеюсь, это ненадолго. Эшли тебе все покажет. О, горничная! Кстати, я здесь живу. Вот и наша комната. Наша? Но здесь же только одна кровать. Кровать для меня. Окей. Вот как это делается. Мне надо отдохнуть. Это уже слишком. Плохой сигнал. Что она делает? Да! Этого следовало ожидать. Я не сдамся. Как ты можешь жить без Wi-Fi? Твоя жизнь такая скучная. Скучно. Это не мой стиль. Я знаю. Это мое. Ладно. Займемся декором. Намного лучше. Когда ты собираешься готовиться к экзамену? После ужина. Пора ужинать. Что ты делаешь? Мне надо собраться в ресторан. Суп для всей семьи. Это для нашей семейной поездки. Как всегда. И для тебя. Приятного аппетита. Ешь, не бойся. Мам, мы хотим мы еще. Мы хотим еще. Еще? Конечно, дорогие. И для тебя. О, где здесь туалет? Вон там. Хорошо. Как я сюда попала? Ладно.
хорошо. Это туалет? Бог математики, помоги мне! Почему она не выключается? Это так сложно! Это игрушка. Ты лучше экзамен убойся. Я снова дома. Что ты тут делаешь? Есть хочешь? Нет. Хватит. Окей. Все идет по плану. Привет от твоего папы. Нет. Кейси, успокойся. Эй, постой, тут очередь. Я приму душ на другом этаже. У нас в доме только один душ. Нет зубной пасты? Надо готовиться. Но сперва наряд для школы. Как это делается? О, спасибо! Окей. Вот это наша школа. Это новенькая! Та, которая богатая. Да, этот наряд идеален для школы. Спасибо, я очень старалась. Эшли? Окей. О, какой ужас! С меня хватит! О, извини! Мне надо позвонить! Держи, совсем новенький! Спасибо! Алло? Ты не так делаешь. Эй, он не работает. Где здесь кабинет химии? Вот, держите. Вон там. О, спасибо. Добро пожаловать в нашу школу. Вы все обманщики.